Почему все думают, что я всю жизнь хочу вот оставаться? И... Пожизненно, до гробовой доски. Строительство открытого демократического государства. Против вождизма. Диктатуры не будет. Жигит мне жан мерген ол жасалып, бір түнде сегіз ғызды алып қаштым ой. Как написано в Конституции. Там все сказано предельно ясно. Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всю жизнь хочу вот оставаться и, так сказать, в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакие мои дочери моими советниками никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Будет все, как написано в Конституции. Серьезные меры по отношению против вождизма. Не надо создавать. Мы должны создавать такое цивилизованное общество, что это должно быть открыто, и народ всегда должен избирать своего президента. Наша цель остается прежней. Мы ее не меняем. Строительство открытого демократического государства с рыночной экономикой и строительство основ гражданского общества. Мен президент бар хукурожи юрлашу чарп айттым дидим. Мен гине 5 сан аялыгым бар дидим. Эмметинам чарп бар. Кимин оору, кимин кыйы. Солан бири дидим. Екежеди. Şu аялын кыйышып басса ханумдур дидим. Ага ак кара кара демели. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. Рассчитывать или считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым. Обещаю вам, что диктатуры не будет. Не будет. Вы знаете, средства массовой информации